Главной темой заседания постоянных комиссий городского маслихата стало исполнение бюджета Экибастуза за 2020 год. Отчет депутатам представила исполняющая обязанности руководителя отдела финансов Раушан Ибраева. По ее словам, общая сумма поступивших средств составила 36 891,9 миллионов тенге при плане 35 578,9 миллионов тенге, что составляет 103,7%. Расходная часть бюджета города Экибастуза, утвержденная на 2020 год в объеме 76 099 000 000 тенге. Скорректированный бюджет по расходам составил 46 121 800 000 тенге. Или с увеличением против утвержденного плана бюджета на 10 022 800 000 тенге или на 27,8%. Расходная часть бюджета исполнена на 99,9%. По отчетам о дебиторской и кредиторской задолженности государственных учреждений, на 1 января 2021 года имеется кредиторская задолженность на сумму 221,1 миллион тенге. Данная кредиторская задолженность образовалась по причинам. 29 миллионов тенге – это коммунальные услуги и налоговая задолженность бюджет по подведомственным учреждениям образования. 22 миллиона тенге удержано 5% резерва согласно условиям договора по строительству новых объектов и реконструкции имеющихся объектов. Перечисление будет произведено после подписания акта приема объектов в эксплуатацию. Дебиторская задолженность в сумме 8 миллионов тенге образовалась по коммунальным услугам и налоговой задолженности перед бюджетом учреждения образования. В ходе заседания обсуждались и другие актуальные вопросы. Что касается отчета, депутатами принято решение более подробно изучить исполнение бюджета и после проверки вынести на сессию маслихата.